Узнайте о своих долгах. Служба судебных приставов настоятельно рекомендует всем гражданам проверить себя и членов своей семьи на наличие задолженностей. Узнать о своих долгах можно, не выходя из дома. Для этого необходимо зайти на сайт и перейти в раздел «Банк данных исполнительных производств». Для поиска достаточно ввести фамилию и имя, либо номер исполнительного производства, если он известен. При наличии у запрашиваемого гражданина неоплаченных задолженностей на сайте появится таблица с данными должника, где указан номер исполнительного производства и реквизиты исполнительного документа, а также название структурного подразделения управления, в котором находится исполнительное производство, и контактные данные судебного пристава исполнителя. С помощью банка данных можно не только узнать о задолженности, но и погасить ее в режиме онлайн. В графе «Сервис» представлено 4 варианта оплаты долга через системы Kiwi, WebMoney, Robocasso, интернет-портал оплатагосуслуг.ру, а также распечатав квитанцию для оплаты через банк. Служба судебных приставов предупреждает. Если вы не уплатили задолженность в установленный судебным приставом исполнителем добровольный срок, в отношении вас могут быть применены строгие меры. Своевременная оплата долгов избавит вас от дополнительных расходов.